Киоцкита. Безопасного полета. Майкл, большое вам спасибо. Я теперь у тебя виновата в каждой фигне, да? Ну да, это фигня. Ага, полнейшая. Просто труп японского торговца оружием. Я отношения не имею. Я был вот здесь, да? А потом доверился тебе. Это логично, я был влюблен. И я, блин, сказал его имя тебе. Впервые за свою карьеру я назвал имя клиента. Я тебе доверял. Па-п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 а. И теперь я здесь. Даже трупешник выше. Я любил ее. Доверял ей. Она меня предала. Тема закрыта. Холодный ты тип. Я должен забыть о Куросаве. Что? Был моим клиентом. Она его сдала, и его убили. Что смешного? Она не сдавала твоего клиента. Я завалил Куросаву. Я был в аэропорту по другому делу, а его заметил случайно. С 300 метров прострелил ему башку через крохотное окошко. Бац! Я думал, ты знал, что это я его замочил. Сука, какого хрена? Я предусмотрел любой сценарий, любой выстрел, любой ракурс. Рушит мою жизнь одним точным выстрелом через такое окошко, как этим. Даже если я его спасу, снова. Знаешь, что он скажет? Что давным-давно все предусмотрел. Скажет, я все равно, блин, справляюсь лучше тебя, мазафака. Я был высококлассным специалистом по твоей защите. Я был вот здесь. Я был вот здесь. Твою ж мать! Не очкуй, мазафака, у меня всегда все получается. Как тот выстрел в окошко самолета Куросава. Все, хватит. Хватит уже об этом. Представляю, какая у тебя была рожа. Сможешь повторить? Такой подставы ты, точняк, не ожидал. У тебя была рожа, как у того, один дома. У вас есть наручники? Есть или нет?